Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первом данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Он как в тумане весь, как-то в глубине его. Туман. Хорошо. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Кристапса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Кристапса поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Кристапса, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверил ли он нам свое биополе на период сеанса. Он руку протягивает, этот туман вместе с ним, он внутри как резиновый, не может из него выйти и не слышит, показывает он этот туман. Понимаю. Хорошо, сканер просканирует сейчас Кристапса, выведи этот туман полностью до 100% из его биополя и сформируй в шар. Вместе с этим туманом выходят все сопутствующие чипы, датчики, импланты и конвекторы в биополе Кристапса. Пошел процесс. Туман вышел, от него вышли еще чипы в области головы с двух сторон, где виски, и в области шеи, где плечами соединяется. Готов шар. Хорошо, Кристапс, вы меня слышите? Да, он слышит сейчас. Вы даете нам разрешение на вашу диагностику и чистку? Да, дает. Даю команду. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Кристапса под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует систем тонких тел Кристапса. Находит все. Значит, гуманоид у нас к туману подтянулся. Ах, вот как. Хорошо. Красный дракон. Есть. Дальше есть суккуб и джин. Все. Хорошо. Какой джин? У нас. Синий джин 38-12. Хорошо. Даю команду тонкой копии Кристапса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Выстраивая также канал к этому туману и чипам гуманоида, даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Кристапсу. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Сканер просканирует полноту души Кристапса на настоящий момент. 92%. Откуда ты гуманоид? Я Сириус. Где 8% души? Туман. Понятно. Сколько ты находишься в этом биополе и почему? 3 года нахожусь. Почему? У тебя контракт есть с ним? Нет. Понятно. Значит, ты находишься незаконно. Идем дальше. Красный дракон. Какой у нас красный дракон? 18-34. Что ты здесь делаешь, красный дракон, и сколько ты находишься в этом биополе? 3 года 2 месяца. Он сидит в сердечной чакре. И дует огонь? Или что он делает там? Но он не дует, он показывает, как он поднимает крылья, как расправляется, давит и жжет. И утихает. Хорошо. Суккуб, сколько ты находишься в этом биополе? 1 год и 2 месяца. И джин. Сколько ты находишься в этом биополе, джин? 3 года. С какой вещью пришел к нему? Он перешел от кого-то, он показывает. Он был в другом человеке, увидел его и перешел к нему. Правильно я понимаю? Да, он почувствовал больше энергии там. Вот, это как раз та причина, почему сущности легко перепрыгивают от одного к другому. Хорошо, ждем окончания реверса. Больше энергии, больше потенциал. У него как воронка из пыли в ногах, из синей пыли. Реверс закончился. Идем дальше. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Кристапс забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Кристапс себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Кто из вас присутствует в квартире Кристапса? Из всех. Джин присутствует. Еще кто? Красный дракон в спальне имеет платы. Хорошо. Все. Заканчивается реверс. Отлично. Начинаем с вытаскивания того, что вы оставили в этом биополе. Начинаем джина. Джину выходить не надо. Собирай всю свою пыль, все подключки, все, что я оставил в его биополе. Докладывай о готовности к проверке. Она будет проведена сканером несколько миллионов герц.
Если кто-то что-то, если ты вдруг что-то оставишь или забудешь вытащить, существует вероятность, что ты можешь сгореть. Поэтому вытаскивай все. А значит, он давал ему возможность заработать, но вместе с этим он давал большим страхом. И страх давал, и возможность заработать. Когда он испытывал страх, эти энергии поглощал джин. Страх потери, страх неудачи, страх закрытия этого потока экономического. Понятно. Поток не закроется, закроется твое воздействие на него. Он снял с рук и воронку убрал. Хорошо, это в его интересах. Суккуб, выходи, вытаскивай все, что ты оставил. Накидка была в его биополе? Есть у него накидка, но он... Значит, накидка у него это как ответственность. Он не берет на себя ответственность. Он разрешает быть рядом, но ответственность не берет. Хорошо. Суккуб не разрешает ему двигаться глубже в отношениях. Хорошо. То, что суккуб не разрешает, сегодня это заканчивается тоже. Идем накидка дальше. Разделяет его и его пару. Не делает одним целым. Снял все, суккуб. Все понятно здесь. Красный дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, ничего не забывай. Ты воздействуешь? У него горло подходит, грудь полностью, платы и руки захватывают. Красный дракон, а с чем связано такое воздействие? Ты ему что-то транслировал? Ты его вводил в заблуждение? Он питался энергией сердечной, чувства, эмоции. Снял плату. Хорошо. Гуманоид, на твоей чистоте что-то осталось? Гуманоида не осталось ничего. Сканер, дай мне полноту души на настоящий момент. 100%. Отлично, хорошо, вернули 8%. Итак, джин и красный дракон, вы сейчас уйдете в квартиру Кристапса, соберете все, что вы там оставили, чтобы следа вашего не было. Я приду, проверю, и после этого отправлю вас на вашу чистоту в первый раз. Вам это понятно? Понятно. Открывается два портала в квартиру Кристапса. 1, 2, 3. В один уходит джин, в другой уходит красный дракон. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Готово. Суккуб, больше в это биополе не придешь. Если ты, конечно, не хочешь со мной встретиться второй раз, так как мы будем проверять это биополе, второй раз я не такой дружелюбный. Тебе это понятно? Понятно. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствую еще раз. Гуманоид Сириуса, 3 года, туман, чипы. И еще наверняка в доме оставил что-то. Это я могу сам убрать. 8% души вернули. А заберем его. Благодарю. Уничтожим конструкцию. Под туманом и конструкция с чипами, открывая воронку в галактическое ядро, все это уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Забрали? Да. Идем дальше. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо. Кристапс, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Уверенно чувствую. Много понял. Отлично. Про ответственность и про доверие. Текст манифеста мы вам перешлем на вашем языке родном. Хорошо.